Итак, люди, продолжаем. Не поверите. Здесь эти две распаковываю. Здесь уже еще одна подошла, короче, посылка. Я говорю, сейчас сразу 60-70 штук наберу, коллекцию сделаю и все. Так. Фу, пришлось побегать. Викс. Без понятия, что за игра. Вылезла на Ютубе, глянул. Прикольная, детская. Прыгать, бегать можно. Взял. Идеальное состояние. Еще что-то даже спряталось. А какие-то непонятные эти. Так. Дальше. О, люди, люди, люди. Extermination. Обожаю эту игру. Атмосфера непревзойденная. Во. Как долго он фокусируется, но, видать... Обалденная игра. Прошел на 2 раза. Наконец-то она у меня в оригинале. Не понял, что это? Какие-то... Окей. Я понимаю. Все, конечно, хорошо. А где сама книжечка? Главное, реклама дожила до этих дней, а сама книжечка нет. Я расстроен, я в печали. Отличное состояние. Люди, советую Extermination поиграть всем, кто любит Resident Evil. Оно с Resident Evil абсолютно никак не связано, но атмосфера... Вау. Так, дальше. Genji. Здесь, я думаю, каждый, кто знает плойку, знает, что такое Genji. Эта игра, эту игру надо иметь. Кстати, особенность в том, что это одна из немногих игр на PlayStation 2, которая запрессована на 2-слойный диск, то есть на 8 гигабайт. Все те диски, они все 4 гига. Это единственный из немногих, кто на 2-слойном диске. Идеальное состояние. Я помню, когда у меня чей был, ой, какие у меня проблемы были с этой игрой. То она идет. Ты потом сохранишься, начинаешь лоудинг, лоудинг бесконечный, не идет. Выключаешь опять, загружаешь, идет. И вот как лотерея, включишь, она пойдет, включишь, она не пойдет. Все из-за того, что Лауферк не читал самозаписанные болванки двухсторонние, двухслоенные. Das Ding или The Thing. The Thing. Очень охота поиграть. Смотрел прохождение пикарей, очень понравилось. Будем смотреть. Ничего про игру не знаю. В этом магазине, как я понял, если пишут хорошее состояние и буклета, нету буклета, то они просто об этом не напоминают. Ироды. О, на CD, на диске. Идеальное состояние. С другой стороны, на них нельзя грешить. Блин, состояние дисков обалденное. Black, я думаю, в представлении не нуждается. Такой графики в то время на этой плойке, когда я играл минут 15, я думал, реально она сейчас взорвется. Не могу взять, извиняйте. Попозже. Так что... Состояние. Black советую, играйте, если найдете. Графика обалденная для того времени. Star Wars, эпизод 3. Я не фэн, хотя, ну как сказать, не фэн Star Wars'ов, но игры мне всегда нравились. Так что просто вот эту часть я пропустил, как бы. Сейчас будем... Идеальное состояние. Будем проходить, смотреть, как оно, чё. Короче, Star Wars. В Африке Star Wars. И последнее в этой посылке, как я уже говорил, я собираю все Онимуши. Вот 4-я часть Dawn of Dreams. Оно должна быть на 2 дисках, насколько я знаю. Онимуши знают все. Да что ты будешь делать? Ты посмотри, опять книги нету, и никто об этом не пишет. Уже 3-й диск без книги. Книга мне нафиг не нужна. Блин, тут диски, состояние дисков перевешивает, ну серьезно, все. Диски в идеальном состоянии. Отлично, просто чуть-чуть сдуть пыль и все. Да что ж ты будешь делать, да? О,
Отличное состояние. Книжки нету. Скажу честно, перекупать я это теперь не собираюсь. Для меня главная игра. Книжка, по-моему, она обязана быть. Если ее нету, напишите. Книжки нету. Состояние обалденное, но книжки нету. Иначе ни слова, короче. Так что здесь еще рекламка. О, 20 евро мне дают подарок. Здесь 180 евро. Здесь всякая шняга и рейхмунд. Так что эта коробочка уходит вниз. Еще одна коробочка следующая. Открываем. Какая-то интересная коробочка. Будем доставать по одной. Ксена. А, кстати, начнем с того, что этот магазин, он постоянно на все диски клеит вот такой вот баркод. Но так как я все диски, даже PlayStation 1 диски буду менять, для меня это абсолютно не имеет значения. Ксена. Вылезла в рекомендованных видео на YouTube. Я посмотрел, я был в шоке, какая обалденная игра. Я не знаю, кто такая Ксена. Я знаю, что, по-моему, сериал с ней, но я ни одной минуты не видел. Игру мне охота поиграть. Вы посмотрите на это. Смотрите. Это же класс. Это же вообще. Так что. Окей. Как всегда, идеальное состояние. Как диски доживают в таком виде до этих дней, для меня это загадка. Legacy of Kain. Еще раз скажешь Legacy? Я не знаю. Legacy of Kain. Defiance, по-моему. По-моему, Defiance. Как я уже говорил, Soul Reaver. Все должны поиграть в своей жизни хотя бы один раз. Это лучше, чем фильмы. Потому что в фильмах ты просто наблюдатель, здесь ты в этом принимаешь во всем участие. Какой-то... Inferno Zero's Etiquette, бла-бла-бла-бла, окей. Самое главное состояние обалденное. А то, что здесь вот это какая-то наклеечка, судя по всему, диск был где-то в какой-то видеотеке. Несколько дней, несколько лет, не знаю. Состояние идеальное, тут без разговоров. И вот из-за этого, насколько я знаю, как бы легенда была такая, что видеотеки вот этим самым усиливают вот это кольцо, чтобы оно не трескалось. Может быть, правда, может нет, не знаю. Короче, Legacy of Kain, Defiance. Унимуша 2. Унимуша 2. Вот и я собрал все анимуши. У меня есть первая часть, у меня есть вторая часть, у меня есть третья, я в прошлой посылке показывал, и четвертая. Вот она. Так что анимуша собрана вся. Я рад. Очень рад. Смотрите, какая красота. Открываешь там книжка, это, блин. Состояние идеальное. Вот, смотрите, красота, да? Красота. Жалко, что это видео придется разрезать, не разрезать, оно будет разрезано автоматически на два куска. Я хотел все в одном, но да ладно. Ничего не понял. Че, все что ли или че? О! Индиана Джонс. Легенда Кайзергруфт. Легенда пещеры короля. Вторая часть Индианы Джонс, и этим самым у меня Индиана Джонс собрана. Взял ту, на эту, про эту вообще никакой информации нету, просто взял до кучи, чтобы, ну, раз то есть, вдруг понравится, мы же будем проходить сразу все две. Состояние идеальное, просто нужно чуть-чуть дунуть. Я имею в виду дунуть на диск, чтобы сдунуть это все, не так, что сейчас я сдуну здесь, короче. Так, закрываем, кладем. Stolen. Посмотрел у чуваков, 100% известных в России, Stop Game.ru, они сделали разбор полетов на Stolen.
они ее, опять же, как все игры, просто убили в ноль. Ну, для меня сделали рекламу. Я посмотрел, и мне реально захотелось вот в это убожество самому поиграть. Как говорят, как они сказали, что эта фирма, она даже еще не успела доделать эту игру, их уже всех разбросали и разувольняли, короче. Так что да, вот, будем проходить, смотреть. Я вообще люблю вот такие всякие трешняковские игры, потому что AAA проекты, они на каждом шагу. А вот такого вот, это идеальное состояние, потому что в этот трешак никто не играет. Так, здесь что у нас? О! Baldur's Gate Dark Alliance 2. Dark Alliance первая часть идет также ко мне. Была на болванке, начинал, но понял, что очень-очень много времени для этого надо, забросил. Сейчас хочу полностью поиграть. Единственное, что мне не нравится в RPG, играть на PlayStation на второй, сколько времени туда, 60-70 часов убухаешь, а там даже трофеев нету. Там нету трофеев, там нету ачивок. Просто так, ради прикола, проходишь игру и все, блин. Нету там ачивки, пройдите игру за 200 часов или еще что-нибудь там. Но я все равно буду играть. Обязательно. Люблю вот такие вот всякие RPG на плойку на вторую. Идеальное, кстати, состояние. Dark Alliance 2. Так, тут какая-то шняга, опять же, какие-то непонятные эти. Алло. Пусто. Что-то быстро игры кончились. Это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, а не 10? По-моему, 6. Ну, если 10, конечно, я буду... Нет, по-моему, 6. Да, окей, короче, 6. А, по-быстренькому. По-быстренькому сразу, пока мы тут... Еще сразу же сегодня подошла такая посылочка. Так как я уже сказал, я на Xbox 360. А, на Xbox 360. Это не то. Во! Blade Buccaneer. Обалденная игруха. Про пирата. Как пираты Карибского моря. Очень интересная. Я начинал, где-то часа два поиграл. И опять забросил по каким-то причинам, я не знаю. Идеальное состояние. Так что, Black Buccaneer. Вот, не поверите, но вот серьезно, из всех вот этих игр, которые сейчас пришли, вот это будет игра, которая, за которую я первую сяду. Понятно, я все эту кучу не пройду никогда. Я, может, из этой кучи штук 5 пройду, но вот с этой я начну. Так что, еще что-нибудь там есть? Наверное, больше там ничего нету. Еще какой-то десочек подошел здесь. Так, вот, как я уже говорил, я собираю полностью вообще все доступные игры на Xbox 360. Вот этот диск. Я его увидел на eBay, там оставалось 20 секунд или что. Цена стояла на ОР 50. Стоял на ОР. Я дал ОР 50. Аукцион закончился, и диск потом, ОР 50 за пересылку, ОР 50 за 3 ОР диск. Я его никогда не включу, ну пусть будет, боже мой. Красиво, аккуратненько. Состояние не идеальное, не идеальное. Оно такое, вон, видите, какие-то непонятные кратцы. Или что-то, не знаю. Короче, в тех магазинах, блин, намного круче состояние, чем у паренька, который мне прислал. Который пишет состояние идеальное. Слушай, мамой клянусь. Ё-моё. Так, пришло. Так, здесь ничего у нас нету. Еще одна пришла посылочка. Это что у нас? А, это... Константин должен быть. Константин, кстати, я его сам прошел, он мне понравился. Потом на StopGame.ru посмотрел разбор полетов и думаю, не, короче, эту игру надо еще раз попроходить.
Константин. Константин. Офигенная игруха. Она мне очень понравилась. Будет кто жвачку? Рекламка магазинчика. Прикольно, мило. Константин. Состояние идеальное. Молодцы. Очень быстрая пересылка. Вчера заказал, сегодня пришло. Блин, молодцы ребята, оперативно. Единственное большое-большое, что мне не нравится. Уголок, видите? Кувер был не на полностью запиханный в подкассетник. Ну, он, вы видите. Из-за этого он здесь выпирал, и никакая сволочь не увидела, что он выпирает, и не взяли его, загнули туда нормально подальше. Теперь полностью весь край убитый. Ну да ладно. Ой. Опять выигрыши какие-то. Выигрыши. Реклама, реклама, кругом реклама. Так, 16 минут. Блин. Успею, нет, еще одну посылочку. Так, давай. Это опять с того же магазина, с Цокса, с которого первая посылочка. Вы не смотрите, что я на кухне снимаю, потому что это единственное светлое место в этом доме. Так. О, камера. Батарея. Так что по-быстрому, по-быстрому, по-быстрому. Нифига себе, не запаковали. Нифига себе, не запаковали. Первый раз было сколько бумаги, а сейчас они, наверное, думают, блин, пацан реально с ума сходит по играм, давай ему хорошо запакуем, чтобы у нас всегда заказывал. Так, по-быстрому. Bard's Tale. Офигенная игруха, вылезла в рекомендациях, ничего о ней не знаю, будем играть. Состояние в этом магазине дисков, я могу даже не переворачивать, идеальное. Состояние в этом магазине идеальное. Вы посмотрите на это. Вообще, даже подкассетник здесь реально живой. Посмотрите. Круто. Так, буду сюда складывать. Конфликт Global Storm. Я все конфликты прошел. Конфликт Desert Storm, конфликт Jungle или что-то в этом роде. Прошел все конфликты. Очень понравились. Такие тактичные игры. Завтра, кстати, подкассетники подойдут, буду менять. Идеальное состояние. Конфликт. Офигенные, офигенные игры. Советую. Суммонер. Саммонер. Всегда обходил эту игру стороной, почему-то оно мне казалось чересчур сложным. Сейчас вот будем смотреть, так как я уже ветеран еще тот. Эй, я Tiny Toon прошел на Sega Mega Drive. Так что я сейчас могу вообще... Да-да, Tiny Toon. Вы думали Dark Souls, что ли, хардкор? Я вас умоляю. Dark Souls я могу закрытыми глазами пройти. Так. Энтузия. Энтузия. Конкурент. Как конкурент? Хотел быть конкурентом Gran Turismo. Но из этого, конечно, ничего не вышло. Но, кстати, если Алекс с Evo Games.ru это смотрит видео, я тебе советую вот эти гонки. Ты убиваешься по гонкам? Я тебе реально советую эти гонки посмотреть. А, заслуживают отдельного даже, так сказать, обзора, как это сейчас модно. Идеальное состояние. Советую. Конечно, я же ерунду не посоветую. The Great Escape. Как с тюрьмы убегать. Не знаю. Была за какие-то 50 центов, взял. Будем смотреть, будем играть. Будем играть, боже мой. Офигенное состояние, судя по всему. Да, да, этот магазин молодцы вообще. И первый раз 2 дня пересылка длилась. Второй раз я опять кучу заказал. Пришла вообще моментом. Они приоритеты тоже свои, так сказать, выставляют. Кто много заказывает, тому быстрее приходит. Portal Runner. Это игра с 3DO. Вот даже написано. 3DO. Это... олдскульная игруха, графика олдскульная, и вообще очень-очень хочу в нее поиграть. Может быть, даже игра номер 2, с которой которую я пройду, тот был Blade Buccaneer, а вот это вторую. Вот эта игра
просто офигенно. Я на Ютубе посмотрел прохождение, где-то часа, наверное, два, но меня так затянуло, потом думаю, слушайте, парни, не, вот будет у меня оригинальное железо плойки второй, я буду играть им. Second Sight прошел за один вечер, по-моему, так она меня втянула. Офигенная игруха, где ты можешь свои мысли переселять в других людей. Это офигенная игруха. Там уровень есть где-то в больнице, в какой-то сумасшедшей или что. Блин, атмосфера, дождь. Так, о, идеальное состояние, просто там какие-то волосы, их надо сдуть. Так. Подкассетник нехорошо закрывается, видите? Но, о, какое счастье, что я их буду менять. И Summoner 2, конечно же. Первая часть есть. Сразу вторую взяли, чтобы как бы до кучи. Будем смотреть. От этого магазина я не ожидал, что не будет буклетика. И, по-моему, даже ничего не было написано. Или я просто, как всегда, глаза выпучил и давай заказывать, пока есть. Подкассетник. Диск не идеальный, он идеальный, но он много пальцев. Книжки нету, жалко. «Властелин колец», «Anugenus Kionings», это, по-моему, третья часть, да, третья. Я их все заказал, они еще на подходе. Все три части кольца братвы, братвы кольца, не как по-настоящему, блин. Я что сказал? Короче, вот эти вот ринги самые. «Властелин колец», во. Хочу попроходить. Идеальное состояние. С книжечкой все вот... Книжечка, почему книжечка вверх ногами? Да ля, вообще. Где живете? Во. И последняя игруха на сегодня. Витконг, Purple Haze. Ух ты. Как ни странно, Пеги версия, то есть все из Тирейх. Со Швайца я имею в виду. Ну, посмотрите, какой подкассетник, видите. Ужасно. А я их буду менять, так что. Не играет большой роли. Взял ее на Ютубе, посмотрел, когда там заставки, они на, не на, да, они на движке игры, как говорится, и какие они там гримасы корчат, это просто вообще, ну для того времени это был, наверное, motion capturing, просто отдыхает. Очень охота поиграть. Такой, опять же, трошняк. Опа, нет, это европейское издание, видите, наш этот, ОСК, как он называется, этот, квадратик, а вот 15 BBFC, это то есть британская, то есть получается мульти 5 из 5 языков, идеальное состояние, кстати. О, так что больше здесь ничего нету. О, итого получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два дисков. Ну, плюс, конечно же, вот этот вот Xenon на первую, Xbox 360 и вот эти вот две Navio. Ох, даже неохота их на эти старые класть, блин, они такие нулевенькие, аккуратненькие. Я люблю, что вот все диски у меня в таком состоянии, не имеет значения, когда я их купил 10-20 лет назад, они у меня все вот в таком вот состоянии. Я не знаю, как люди живут вот с такими вот дисками, но это же, свиньи. Так что вот так вот. У меня еще... А, блин. А эти-то два я забыл. Они тоже сюда идут. Так что, ну вот. О, подойдут еще диски. На плойку, на вторую. Так что засниму тоже. Кому интересно, пишите, как вам та или иная игра. Вот так вот. Вроде бы и все. Давайте. Пока. Если кто досмотрел до конца.